А накануне отмечали творческую молодежь столицы республики. Какое у страны будущее, можно судить по нынешним студентам. Их активность позволяет быть в центре самых интересных событий. В честь Дня российского студенчества состоялось чествование лауреатов конкурса «Мы – будущее» города Чебоксары. Пока они студенты, им хочется попробовать все. Поработать волонтером, стать защитником животных, съездить в лагерь вожатым или открыть свой бизнес. Свободное от учебы время тоже надо проводить с пользой, считают будущие инженеры, врачи и учителя. Уверена, что город Чебоксары – это тот город, и Чувашская республика – это та республика, которая всегда поддержит тех, у кого есть замечательные проекты, интересные идеи, направленные на благо наших жителей, наших горожан. Конкурс «Мы будущее» города Чебоксары проходил впервые, а заявок на участие было свыше 80. Соревновались не только студенческие, но и молодежные и социальные объединения и советы. Участники боролись за право называться лучшими в 16 номинациях. Победить сразу в трех удалось студентам Чувашского государственного университета. Лучший студсовет, интернет-ресурс и вожатский отряд. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.